В Уктыле отметили День местного самоуправления. Этот новый праздник учрежден указом президента России с целью повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. На сегодняшний день муниципальный работник должен иметь не только высокую квалификацию, но и быть ответственным. Муниципальные сотрудники работают среди поселений, среди огромного количества людей, где множество самых разных проблем. Именно работники самоуправления решают все эти проблемы и вопросы. 21 апреля в зале заседаний руководитель районной администрации поздравил с профессиональным праздником всех муниципальных работников и отметил, что именно на местной власти лежит ответственность за нормальную жизнедеятельность жителей района и поселений. Поэтому она должна способствовать налаживанию открытого диалога между органами местного самоуправления и населением. Должна быть максимально доступна и открыта. Также он пожелал дальнейшей плодотворной работы и вручил особо отличившимся почетные грамоты и благодарственные письма администрации муниципального района Уктыл. В заключение перед собравшимися выступили вокальная группа «Горошины» Раиса Ефремова и Оксана Алымова.